Девочки, привет! Я вам хочу показать. Сегодня зашла в магазин. Вернее, мы заехали сюда. И в нем чего только нет. Я вам потихоньку сейчас буду показывать. Это со стороны входа. Вот тут Mill Hill продается. Это вот так он выглядит. На стене все, как сказать, материалы для needlepoint, а на другой стене все для вышивки. Сейчас я вам потихоньку буду показывать. Мне разрешили записать видео. Вот. Пока тут непонятно, тут надо подходить к каждому стенду и показывать все по отдельности, но хочу сказать, выбор огромный, хотя вначале мне так не показалось. Вот наши мирабильки тут стоят, и там их очень много. Есть много, которые уже выпустили из производства. Вот такие вот рамочки тут у них, комодик, он продается там, видите. Для вышивки можно что-то приспособить. Эти вот коробочки очень классные. Я купила одну. Вот, для каких-то моих нужд, принадлежностей. А вот это вот такие трафареты, не трафареты, как сказать, для needlepoint. Там разные стежочки делаются. Но это немного не по нашей среде. Так. В общем, я вам сейчас расскажу. Мы сюда ехали почти 3 часа из Нью-Йорка. Это Кейп Мэй называется. Город. Такой маленький городишко. Там уже все. Океан и больше ничего нету. И тепло тут. Тепло, тепло. У нас уже первый день как похолодало. Так, тут вот бисер весь. Lavender and Lace. А тут вот такие вот тоже стоят. По секциям разделенные. У них там мирабильки тоже есть. Когда смотришь, глаза разбегаются. Вот. Всякие средства для тканей. Давайте сейчас вам покажу. Вот. Разные, смотрите, вот такие маленькие штучки, они такие интересные, очень интересные. Это Sweetheart тут стоит. Ну, разные такие наборчики. Интересные, можно выбрать, и очень они интересно смотрятся. Хотя на первый взгляд можно так не рассмотреть. Так, вот тут тоже отдел такой кюснапики. Так, сейчас приближается Рождество, и вот у них куча-куча всего. Вот посмотрите, это Lavender and Lace. Выбор Mill Hill огромный. И не только Mill Hill, там у них всякие пуговицы, всякие иголочки, поверьте, это такая красота. Вот эти всякие прикольные снеговички. I've seen that.
Девочки, посмотрите на эту мирабилию. Это она вышита на большем каунте. Вот она такая огромная получилась, но она никак не потеряла свои прелести. Несмотря на то, что ее очень сильно увеличили, дочка одной из хозяек хотела ее в столовую себе. И поэтому она так ее увеличила. Так, вот еще мирабильки, посмотрите. Красивые. А вот буковка, посмотрите, тоже какая милая. Просто буква S, милейшая. И вот еще тоже снеговички. И сапоги. Так, тут поддаются ножнички. Даже очки. Потому что мы когда много вышиваем, наверное, все слепнем к старости лет. Вот интересная русалочка. Вот такие все пинкипчики. Это фламинго видела в журнале в одном. Такая вот морская тематика у них. Даже написано Cape May, где я сейчас нахожусь. Это, видать, они уже сами придумали как-то. Магнитики. Так, сейчас еще покажу вам одно. Такие вот мишки старинные. Где-то их видели. Вот сани. Тут можно придумывать всякие. Разные есть. Побольше, поменьше. But I just said to Sharon, we got to get together and figure out what little extras we're going to have. So what and we're going to have to replan to get from you, right? Тут у них уже куча схем, надо проходить. Но я же по кругу пошла по второму. Where's the patterns and the...
интересный такой магазинчик. Я что-то нашла тут для себя своего. Как бы не нового, но я купила то, что я хотела купить. На этом все. Пока.